Компании «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» и «Газпром Газораспределение Чебоксары» наградили победителей и призеров конкурса «Факел сотрудничества» и викторины среди абонентов. 12 предприятий и 7 самых ответственных и эрудированных потребителей газа получили памятные подарки. Главная задача конкурсов – укрепить партнерские отношения между поставщиком газа, газораспределительной организацией и потребителями. Сегодня договорные отношения у газовых компаний распространяются на более 4500 потребителей юридических лиц и более 500 тысяч абонентов физических лиц. От грамотного взаимодействия и обоюдного исполнения обязательств всеми участниками этих отношений зависит качество жизни почти каждого жителя республики, считает руководитель. Этот конкурс работники предложили, я их поддержал. И ежегодно подводим итоги. Добросовестные потребители, вот я сказал, многие лица знакомы. Поэтому мы в последнее время немножко, будем говорить, нарастили информационную работу среди населения. Надеюсь, что мы добьемся вместе с гражданами, жителями и собственниками газового оборудования положительных решений. Объем реализации природного газа по результатам 2019 года составил более 2 миллиардов кубических метров, из которых 500 миллионов населению республики. Мы знаем, как начинаются отопительные сезоны. И вот те проблемные вопросы, которые сегодня возникают, а именно по неоплате, и как от этого страдают многие муниципалитеты, и как приходится вам в этой ситуации искать выходы и помогать, то есть так, чтобы у нас и в школах было тепло, и в муниципалитетах было тепло. Поэтому то, что вот вы сегодня пригласили людей, которые, планка для всех поднята, то есть это люди те, которые понимают важность этих вопросов. Я считаю, что это благое дело. Лучшим потребителем газа среди крупных промышленных предприятий по итогам 2019 года признано ПАО «Химпром». На сегодняшний день самое главное – это соблюсти договорные отношения и по объемам потребления, и по объемам авансов платежей, и по обеспечению безопасности и эксплуатации газовых хозяйств нашего большого предприятия. Победителями конкурса «Факел сотрудничества» также стали комбинат строительных материалов, федеральное казенное учреждение «Исправительная колония 5», энергетическая компания «Котельная». Победителями викторины признаны Иван Морозов, житель Козловского района деревни Пиндиково, Татьяна Васильева и Дмитрий Алексеев из города Чебоксары.